Внимание, изложбаме. Руководство с статья 327, 308, 309 от КРА ИСУ приговарил. 15 пивно Валерия Игоревича Ленова совершили преступление предусмотрено. Чести 2 статьи 286 и чести 2 статьи 286 назначить наказание. По части 2 286 без отворения квартиры для проживания Попова Каяна в виде штрафа в размере 250 тысяч доход государства на основании части 3 статьи 47 УК РФ лишить пивного права занимать должность, связанную с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением государственных административно-хозяйственных функций государственных органов, органов местных самоуправлений на срок 10 месяцев. По части 2 статьи 286 и без удовлетворения квартиры для проживания пивного в виде штрафа в размере 250 тысяч доход государства на основании части 3 статьи 47 УК РФ лишить пивного право занимать должности, связанные с учреждением функций представителя власти, а также выполнением государственно-распределительных административно-хозяйственных функций государственных органов по местному управлению на срок 6 месяцев. На основании части 369, частичного сложения назначенных наказаний, пивного однозначного наказания или штраф в размере 450 тысяч рублей доход государства. На основании части 347 лишить пивного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационных распределительных административных хозяйственных функций государственных органов местного самоуправления на срок 1 год. На основании части 5.62 УК РФ за честь времени содержания пивного под стражей домашнего ареста 28 октября 2016 по 29 мая 2017 смерч наказания окончательно в виде штрафа до 400 тысяч рублей дохода государства. Срок дополнительного наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. Меру пресечения без подписки не вознесшего поведения пивного оставить прежнего изменения до вступления приговора в законную силу.